Безумная больница у экрана собралась. Говорил, ломая руки, Краснобай и Баламут про бессилие науки перед тайною Бермуд. Все мозги разбил на части, все извилины заплел, и канадчиковые власти колют нам второй укол. Уважаемый редактор, может лучше про реактор, а? Про любимый лунный трактор. Ведь нельзя же ход подряд, то тарелками пугают, дескать, подлые летают, то у вас собаки лают, то у вас руины хворят. Мы кое-чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год, мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды, мы в окно, кто не дурак, вот это жизнь, и вдруг Бермуды, вот и раз, нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни все эти есть у нас, и бредни, и не испортят нам обедни злые происки врагов. Это их худые черти бермутят воду в пруду. Это все придумал Черчилль в 18-м году. Мы про взрыв, про пожары сочиняли ноту ТАСС. Тут примчались санитары и зафиксировали нас. Тех, кто было особо боек, прикрутили к спинкам коек. Бился в пене параноик, как ведьмак на шабаше. Хоть развяжите полотенцы, и на веры изуверцы. Нам бермуторно на сердце, и бермутно на душе. 40 душ посменно воют, раскалились до бела. Во как сильно беспокоят треугольные дела. Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был. И тогда главврач Маргулис телевизор запретил. Вон он, змей в окне маячий, за спиною штепсель прячет. Подал знак кому-то, значит, фельдшер вырвет провода. И нам осталось уколоться и упасть на дно колодца. И там пропасть на дне колодца, как в Бермудах навсегда. Он дантист, надомник, Рудик, у его приемник Грундик. Он его ночами крутит, ловит контрфейерье. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком. А к нам попал в волнении жутком, с растревоженным желудком, ну и с номерочком на ноге. Он прибежал взволнован крайне и сообщением нас потряс. Будто наш научный лайнер в треугольнике погряз. Сгинул топливо истратив, весь распался на куски, но двух безумных наших братьев подобрали рыбаки. Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме. Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли. И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек, что бермудский многогранник — незакрытый пуп земли. Что там было, как ты спасся, каждый лес и приставал. Но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь. Взвился бывший алкоголик, матершинник и крамольник. Говорит, надо выпить треугольник, на троих ее даешь. Разошелся, так и сыпить, треугольник будет выпить. Будь он параллелепипед, будь он круг.